Когда я выскочил на поляну, я очень боялся, что теперь я виден всем. Те, кто стрелял по мне из крупнокалиберных орудий, не могли видеть нас. Но ведь они в меня попали. Первый из тех снарядов, которые разорвались рядом, ударил где-то позади. Меня догнал только волной пустоты. Особенно барабанные перепонки, они дернулись, и их захотелось почесать.